Куда прешь? Повлезала, что ли? Сыночек, да что тебе так худо-то, а, великий? Да хорошо ему, нажрался с утра и весь день гуляй. Вот она что, водочка проклятая делает. Свободен. Помочь нужно. Сыночек, может, тебе врача? Я сам. Сам. Да ладно, ну что вы сразу так? Может, у человека что случилось? Случилось. Запой у него случился. Не видишь, алкаш? Да вроде прилично одет-то, а? Да, на помойку сейчас и не такое увидишь. Богатые люди добрые вещи выкидывают, а эти подбирают. Что за бутылку продаст, что на тебя напялит? Приличные. Ой, скорую бы ему, а? Ну да, скоро делать больше нечего, кроме как им заниматься. Полиция его сдать и всех делов. О, вот и они, легки на помине. Небось, скорая полчаса добиралась бы, эти тут как тут. Зови свою скорую. Оленька, выбросила бы ты его или куда-нибудь спрятала подальше? С чего это вдруг? А вот приедет сегодня новый заведующий отделением. Вдруг ему не понравится. Кто его знает, какие у них в Москве порядки? Что не понравится, Слава? Мой кактус? Да он тебе какой-то... Какой? Антисанитарный. О, Господи, это специальная пыльца. Или ты что, биологию вообще полностью прогулял в институте? Я как бы врач, а не ботаник. Как бы врач, это ты очень хорошо про себя сказал. Девочки, добрый день. Ага, спасибо. Здрасте. Как? Все хорошо, спасибо. Белочка, ваш новый зав прибыл? Нет еще. Но зато вот поступили 3 новых пациента. Давай сюда. Спасибо. Пожалуйста. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем он сюда едет. Молодой, кандидат наук, специалист. Чего он здесь забыл? Мне кажется, он не приедет. Приедет. Вчера на кабинете табличку поменяли. Соколов Илья Анатольевич, заведующий приемным отделением. А ты, конечно, считаешь, Славочка, что должно быть Мамин Вячеслав Александрович. Да, считаю. Не согласна? Нет, не согласна. Я считаю, что должно быть Королева Евгения Павловна. Спасибо, Олечка, на добрые условия. Привет, Жень, кофе будешь? Нет, спасибо, Слав, я к тебе. По поводу твоего пациента Геннадий Смирнов, 75 лет. Ты его выписал? Выписал. А что? У него перелом малоберцовой кости. Ну. О-о-о. А это мы, наверное, проводим зачистку отделения. Как бы избавляемся от бесперспективных больных перед приездом зав. Отделения. Так, я осмотрел пациента, все необходимые манипуляции произвел. Теперь он будет ходить в травмпункт, а не к нам. Он не может ходить в травмпункт. Он живет в доме без лифта один, ему 75 лет. Ну, здесь она быстрее, нога его не срастется. И вообще, мы не травматологическое отделение, у нас даже травматолога нет. Ну, не волнуйся, он скоро будет, с минут на минуту, а ты его работать лишаешь. Да, кстати, слушай, насчет работы, у меня есть вариант для тебя. Ты будешь сам к деду ездить, давай. Мерзай. Я? Ага. И что мне с этим делать? Что-что? Не хочешь сидеть у деда сиделкой? Ищи ему место в травматологии, Слава. Потому что Женя от тебя просто так не отстанет. Развелось начальство. Такая же врач, как я. Будет еще указывать. Ну, нашли, девушка. Женщина, ну я же сказала, я буду искать ваши снимки. Сидите, ждите. Ну, хорошо, спасибо. Ой. Кто? Ой. Женька! Томка Латынина! Ты посмотри, а! Ты посмотри, врачом стала! Да. Не зря тебя в школе-то в пример всем ставили.
Ну, расскажи ты мне, как семья твоя? Замужем? Да. Дети есть? Все, семья. И вот такой пацан у меня огромный. Ага. А ты чего к нам? Ну, инвалидность оформляю. Вот за бумагами бегаю. Вот пока бегать могу, так быстрее. Ты понимаешь, врачи сказали, через пару месяцев поздно уже будет. Ты позволишь? Конечно, держи. Хорошо. Ой. Ой. И чего здесь? Остеопороз, да? Ой, да. Быстро прогрессирующий. В том году с лестницы оступилась. И вот, ты видишь, гипс. А вот у вас врач вот такой хороший был. Сказал, что до свадьбы-то заживет. Да. А вот как вышло. Ага. Как фамилия врача? Ой, ну, веселый такой еще был. Веселый, ага. А вот Калугин. Да. Так он уволился. Так вот, снимки найти никак не могу. Они мне очень нужны. Угу. Угу. А еще у кого-то консультировалась? Ой, у кого я только не консультировалась. Здрасте, пациент нужен. А что у вас? Мужчина примерно 35 лет, под машину попал. Состояние тяжелое, без сознания, сотрясение головного мозга, перелом правого предплечья, первую помощь оказали на месте. Понятно, документы были при нем? Сумки в кабине у водителя. Ясно. Женя, реанимация? Да-да, давайте, срочно. Так, Белочка, давай. Оформим. Томочка? Да, конечно. А, слушай, мне нужно идти, извини, конечно, пожалуйста. Конечно. Да, нет, твою историю нужно будет потом посмотреть. Хорошо. Надо томографию сделать, да? Угу. Вести противостолбнячную сыворотку. Смотри, вообще ни одной целой кости нет. Вообще. Да, с рукой нужно что-то срочно решать. Да что тут решать-то, Жень? Это не отбивная даже, это фарш какой-то. Слушай, а наш новый зав. Отделением еще не приехал? Я не знаю, не видела, а что? Говорят, что он какой-то талантливый хирург. Прям от Бога. Может быть, он как-то возьмется это прооперировать. Тут даже сам Господь Бог не справится. Не то, что какой-то Илья Соколов из Москвы. Угу. Подожди, 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 он все приехал. Приходит. Мужчина! Мужчина! Вы меня слышите? Вы сможете сказать ваше имя? Мужчина! Да. Евгения Павловна. Да. Нашли в сумке его документы. Угу. Очень хорошо. Так, Соколов Илья Анатольевич. Угу. Зарегистрирован в Москве. Не женат. Илья, вы слышите меня? Как ты сказала? Илья Соколов. Девочки, это же хирург, который сегодня должен был к нам из Москвы приехать. Это что, он, что ли? Подождите, хирург. Ай. Ну, подождите, ну, может быть, мы как-то... Ну, Жень. Вот если взять вот эти кости, как-то их, ну, Жень, хоть как-то ну, что скрепить тут? Мы здесь мы из этой все. Каши весь мусор не вынем. Заражение начнется все равно. Сухожилие с нервами вообще не восстановить. Надо решать что-то. Тут... Надо решать, да. Галя, заказывай операционную. Гиппократов, поставь в известность. Хорошо. Он в облздраве весь день. Будем ждать. Нет, у нас нет выхода. Так, вызывай давай дежурного травматолога. Будем ампутировать. Хорошо. Хорошо. Ах ты, Илья. Так. Галь. А. Галя, правда, это в реанимацию нашего нового завотделения привезли? Правда, правда. Надо же, вот как приехал на каталке, так обратно и уедет в свою Москву. Думаешь, так и уедет. Ну а что, нам хирург без руки? А руку-то правда отрежет? Отрежет, Белочка, отрежет. Кошмар. Ну что? Ну что? Нашли. Я иду искать ваши снимки. Жень, реанимация готова. Замечательно. Травматолога вызов? На месте, Оля тоже там. А, иди, готовься, будешь ассистировать. Осторожно. Ну что, Томочка? Да, ну что, нашли твои снимки? Не нашли. Нашли. Еще. Я подожду. Ты мне скажи хотя бы вкратце, быстренько, когда это все началось? Года два назад. Угу. Я в Турцию ездила отдыхать. Влюбилась-то. А, ну с ним было. Моталась к нему раз пять. А потом дур-то лишила замуж еще выйти за него. А когда узнал, что у него таких, как я, пучок на пятачок, горе-то стал заедать. Ты же сама понимаешь, юг. Проблемы с щитовидкой лечились. Вот меня и туда-сюда 40 килограмм. А вес, значит, туда-сюда, да? Да. Хорошо, я пойду на операцию. Хорошо. Не дождись, Том. Да. Ладно? Хорошо. Хорошо. Ой. Оленька, извиняюсь. Не заметил. Угу. Я вообще такая, Славочка, незаметная, да? Нет, нет, ну что ты, я не в этом смысле. Ты напротив как раз очень... заметная. Правда? Может, тогда еще разок? Ух ты! Отдай! И куда его теперь?
На ампутацию. Куда еще? А где Женя Павловна? Операционный готовится. Это было ее решение про ампутацию? Да, у нас, знаешь, кружок самодеятельности тут, Славочка. Мы консультировались с травматологом, ты сам видел. Рука вся раздроблена, в ране грязь, нервы перебиты. Что ждать, пока заражение начнется? Ну, может мы дождемся нашего нового завотделения? Он у нас спецтравматолог. Может, захочет сам сделать операцию? Не захочет. Почему? Потому что это он и есть. Сам. Илья Соколов на каталке. Еще есть вопрос? Подожди. А что, Женя Павловна все равно решилась на ампутацию? Да. Ладно. Удачи, не мое дело. Гиппократ побежал жаловаться? Давай. Его все равно нет. Как нет? Я видел, что он подъехал. Это, при чем здесь Гиппократ? У меня там больной. Ага, ну-ну. И вообще, как можно было проводить такую сложную операцию без разрешения главврача? Королева никогда никого не слушает. Даже ваши решения ставят под сомнение. Гиппократ Моисеевич, ну есть же правила, они для всех. Но ведь мы же отвечаем за жизни пациентов. И за смерть. Вот. Она ни с кем никогда не советуется. А сегодня вообще при всех поставила под сомнение поставленный мною диагноз. Славочка, ты в столовой с утра был? Там пирожки сегодня с капустой или с повидлом? С капустой, кажется, остались. Жаль. А так хотелось с повидлом. Гиппократ Моисеевич, вот вы постоянно покрываете Королеву. А между прочим, в эту самую минуту она ампутирует руку нашему новому заведующему отделением. Илья? Он что, приехал? Приехал. Привезли. На скорой. Попал в аварию. Утром. Вся кисть раздроблена. Бедный мальчик. Такой талантливый. Такой амбициозный. И такая трагедия. А я говорил. Я предупреждал. Говорил, нужно было внимательно изучать снимки, посоветоваться с хирургом. А Королева нет. Резать и все. Перекулом ин мора. Вот именно. Я вот не пойму, она ревнует, что ли? Потому что не ее назначили зав. Отделением, а... Но это же ваше решение. Как можно сомневаться? И промедление иногда бывает опасно. Боже, чему вас учат в этих современных институтах? Спите. Извините. Взялись ассистировать, так работаете. Извините. Шить. Все нормально. Вышивка чистая. Жень, вы все правильно сделали. Потому что еще немного, ему бы руку на уровне плеча ампутировали, а то еще хуже. Я не представляю, что будет с этим пациентом, когда он придет в себя. Ради бога, извините, Гиппократ Моисеевич. Вячеслав Александрович, там пациента привезли, мы вас очень везде ищем. У меня 5 минут до конца смены. Я, между прочим, после ночной. Ну, пациенты — это святое. Да-да. Иди, Славочка, работай. Работай. Белочка, могу я тебя попросить? Конечно. Принеси мне рентгеновские снимки Илюши. Чьи? А, Ильи Соколова, ну, который сейчас. А, да, конечно. Ой, такое несчастье, да? Ему как раз сейчас операцию делают. Слушай, а может остановить? Нет, ни в коем случае. Пусть делают то, что надлежит делать. Да. Я просто хочу посмотреть. Я, правда, не очень в этом понимаю. Я же не травматолог, а онколог, да. Но все-таки. Что вы такое говорите? Вы знаете все. С вашим-то опытом. С моим опытом, Белочка, как раз и понимаешь, что не знаешь ты в сущности ничего. Снимочки все-таки принеси. Да. Я пойду? Хорошо, сейчас. Спасибо.
давай, говори имя, отчество, возраст. Василий Лыков, 28 лет. Между прочим, холост. И, в отличие от нашей клиентуры, абсолютно здоров. Хватит хохмить, Вась. Пациента. Да не знаю. А что мне в карту писать? Ну, пиши, пиши. Мужчина без документов. Значит, выглядит лет на 30. Предположительно, находится в состоянии острой алкогольной интоксикации. Мамочка, мамочка, я не могу сейчас говорить. Ой, дай ему утку, его сейчас тошнит. Приятного аппетита. Так, о. А вы уверены, что вам тут врач нужен? Просто алкаш какой-то. Василь, ты зачем его привез? Вот и я и говорю, не нужно было его сюда везти. Он сейчас через несколько часов сам оклемается, начнет тут дебоширить и спирт клянчить. Да нет, нет. Тетка, которая скорую вызвала, она сказала, что он на остановке часа два провалялся. Она вот там в ларьке торгует и все видела. Видела. Лучше бы водки ему налила. Ну, раз привез, не знаю, давай его в палату. Капельницу, что ли, с физраствором. Да, и пусть белье с койки снимут. Провоняет все. Девочка, я знаешь, что думаю? Не похож на пьяного, а? Я тебе, Вася, не Белочка, а Изабелла Львовна. И тебе, Вася, думать не нужно. Тебе врач что сказал? Пьяный. Значит, он пьяный. И вези его давай в морг. В морг? Ой, то есть в палату. Вот. И утку не забудь. Физкульт, привет. Медперсоналу. Ой, здрасте, Степан. Здравствуй, Белочка. Вы к Евгении или? Я без Ильи. Хотелось бы уже свою благоверную увидеть наконец-то. Так жена ваша на операции. Ну, кто бы сомневался, был. Здрасте. И все равно, Гиппократ Моисеевич, она должна была дождаться вас. Она прекрасно понимала, кого оставляет без руки. Ну что ты, Славочка, я же не хирург. Ну, как все прошло, Женечка? Операция прошла удачно, но Гиппократ Моисеевич, теперь наш новый зав. Я знаю, все знаю, Женечка. Тебе пришлось принять непростое решение, но ты молодец. Спасибо. Гиппократ Моисеевич, варианта другого у нас не было. Поэтому, если разбирательство будет, то я... Коллеги, вы все сделали правильно. Жизнь иногда бывает очень несправедлива, но это и есть жизнь. Спасибо. Ну все, я обход закончила. Я смотрю, вы все тут молодцы. Все прямо герои дня. Один я дурак. Пойду домой. Вячеслав Александрович, а пациент? Какой? А, вон тот алкаш? Ну да. Да ему врач не нужен. Ему бы 100 грамм опохмелиться. Ой, Степ, а ты чего? Мы с тобой вроде не договаривались. Ай, у нас же сегодня мама. Ой, да ладно тебе, Жень. Подумаешь, годовщина свадьбы. Я и прождал тебя в ресторане всего час. Ну, правда, пришлось работу отпросить. Все, прости, пожалуйста. Ты, слушай, я так замоталась, у нас такой сложный пациент. Да, Жень, у тебя завтра пациент, послезавтра пациент. У меня каждый день воры, бандиты, воры какие-то, преступники. Ну, Жень, что делать-то будем? Все, прости меня, пожалуйста. Да ладно. Тебя не первый год женат. Знаешь, понял, что рестораны, в общем, не люблю. Ромка звонил. Да, а чего? Ну, чего-чего. Хотел родителей поздравить, чего? Ты вообще ел сегодня что-нибудь? Понятно. Сейчас едем домой. Угу. Готовим какой-нибудь ужин. Женя, ты Славу не видела? А ты знаешь, он, по-моему, уже домой уехал. У него еще в обед смена закончилась. Смена закончилась. У него больной сейчас закончится, а я не знаю, что делать. Хорошо, сейчас пойду посмотрю. Я быстро. Что тут у вас? Вот. Врача почему сразу не вызвали? Так Вячеслав Александрович назначение сделал и домой пошел. А я все, как он велел, капельницу с физраствором. Не-не-не, физраствор тут не нужен. Анализы готовы? Не знаю, наверное. Принести? Да-да-да, беги. Угу.
понимаю, что в семье нужен у вас откладывается, да? Ну, я бы сказал, что-то меняется вообще. Ну, в общем, как всегда. Угу. И ты, как всегда, про нас ничего не сказал. Галь, ну я скажу. Я правда скажу. Ну, просто сейчас день не тот. Ну, годовщина свадьбы. Как нехорошо это, понимаешь? Нехорошо, конечно. А в какой день хорошо? Ну, Степ, ну это смешно становится, ей-богу. Что, ну? Да ну. Яблоко хочешь? Яблоко я тоже хочу. Ты что? Ты что? Можно заполнить-то нормально. Хорошо. Жень, ну чё, как там наш алкаш? Не алкаш, он это отравление. Чем? Спиртом его производными? Он, между прочим, пытался мне сказать, что он не пил. Ну, конечно. Конечно, не пил. Они все не пьют. Пойду я нашего заведующего проверю, наверное. Давай. Он сейчас уже в себя будет приходить. Хорошо. А, да, Оль, ты знаешь что, ты про ампутацию мне не говори ничего. Но надо его как-то морально подготовить, понимаешь? Он все-таки врач, он может это... Ну, да. Воспринять не так. Ну, хорошо, я подготовлю его. Я ему скажу. Вы знаете, мы вам сначала один палец отрезали, потом два, а потом и руку решили. Прости. Вот добрая ты женщина все-таки. А что, иди давай, только ничего не говори. Ну ладно, конечно. Хорошо. Я вас очень прошу. Женщина, вы не понимаете, что вас тут много, а я одна. Я и так целый день занимаюсь тем, что я ищу ваши снимки. Я не виновата в том, что у нас тут такой бардак с документами. Я вас очень прошу. Я вам очень благодарна. Давайте я домой пойду, а? Ну, конечно. А вы найдете документы и сразу мне позвоните. Да, я вам позвоню, только не волнуйтесь. Спасибо, Изабеллочка. Спасибо огромное. Ой, Томочка. Ой, Женечка. Слушай, да. Отдай мне свою карту, пожалуйста, и снимки. Я как-нибудь еще раз их посмотрю. Ой, Женечка, да я тебе правда говорю, ведь со многими консультировалась, одна ведь и тоже говорят. Ну, ничего, еще одна консультация врача тебе не помешает. Спасибо тебе большое. Как у вас врачей-то говорится? Есть жизнь? Есть надежда? Есть надежда, Том, есть. Ну-ну-ну. Не так надоело, такая жизнь. Ну-ну-ну, все будет хорошо. Пойдем, я тебя провожу. Операция прошла хорошо. Повреждения незначительные. Незначительные? Да. Почему я не чувствую кисть? Что у меня с рукой? Вы знаете, кисть нам пришлось вам ампутировать. Оля! Жень, ну что он спросил сам? Поверьте, у нас действительно не было другого выхода. Если вы хотите, я могу пригласить травматолога, и он вам покажет ваши снимки и все расскажет. Не надо. Вы же врач. Если вы говорите, что так было нужно, значит, так было нужно. Хоть жив остался. Скажите, вы совсем не хотите узнать ход операции? Ну, зачем? Руку же не вернешь? Доктор, можно вас? Да, конечно. Я слушаю. Я вижу, вы человек добрый. Помогите мне отсюда уйти, а? Как уйти? Вы что? Вы только что после операции. Вам нужно лежать, отдыхать. Это, по крайней мере, недель-две. Нельзя мне здесь две недели. Да я сунулся-то, дурак. Бес попутал. Да они все, они мне все говорили, что все просто будет. Дело-то простое. Все равно не поймете ничего. Бредит, отходит от анестезии. Женечка, я покушать принесла, ему можно? Да, Марья Васильевна, только попозже и по чуть-чуть, хорошо? Мальчика Васильевна, побудьте, пожалуйста, с ним, у него еще сознание после наркоза спутанное, хорошо? Побуду, побуду, спасибо. Не волнуйся, все будет хорошо, Женечка. Спасибо, спасибо, я скоро вернусь. Ну что, головушка, бубо, денежки тю-тю?
Ты давай лежи, а то тебя тут быстро простынями койки примотают и пластырем рот заклеят. Вы просто не понимаете. Чего? Кто я? А кто ты? Что я не вижу? Вон, насквозь проспиртованный бомж. Нет, я... Что ты? Принц датский? Неважно. Хамить пациентам нельзя. Может, меня еще учить тут будет, а? Может, мне еще расскажешь, как мне тебя лечить? Карту дайте расскажу. Что у меня закололи-то? Ты давай лежи молча. И кулаком работай. В каком меди учились? Тебе-то какая разница? Как видите, есть разница. Вы практику прогуливали, а у меня теперь лишняя дырка в руке. Спохмела, руки трясутся, попасть в вену невозможно. Вы пили перед сменой? Что, я? А почему вы мне тыкаете? Знаешь что? Сам оклемаешься. На вас еще медикаменты переводить. Стёп! Да. Ну ты чего, дома уже? А, на работу вернулся. Интересно. Слушай, а может быть тогда встретимся? Ну, я не знаю, куда ты меня пригласишь. Там, в ресторан, в кафе. Все-таки какой-никакой у нас с тобой праздник. А? Хорошо? Давай, заходи. Давай, что? Уходить не надо отсюда. Уходить надо. Ну, куда ж ты пойдешь, милый? Ой, лежи, отдыхай. Ну-ка, давай-ка компотику, глоточек. Я знаю, после наркоза сушит очень. Ну-ка, давай-ка еще. Ой, вот так, полежи, отдохни. А утром следователь придет. Не надо. Не надо, следователь. Как это не надо? Вот расскажешь ему, кто тебе такое вот устроил, а? Нельзя, мне нельзя, понимаете? У меня жена дома больная, ей лекарства нужны, понимаете? Я же ради нее только в это во все ввязался. Я же обходчиком на железке всю жизнь. Честно. Там зарплата копеечная, ей лекарства нужны. Где сумка? У меня сумка была. Да ты не волнуйся. Все вещи твои у нас со скорой привезли. Лежи, отдыхай. Вот ведь как жизнь-то повернулась, а? Мы ведь тебя ждали. Думали, у нас новый доктор будет заведующий. А ты во как пациент к нам прибыл-то, а? Простите, ради бога, вы говорите про жену, просто мы думали, что, мы не знали, не... А может быть, ей позвонить? Не надо никому звонить. Эй, куда ты пошел? Давай в палату обратно. Да у вас здесь полный бардак. Это не больница. Это дурдом какой-то. Что за крик там у меня? Что происходит? Ночью почему орете? Евгения Павловна, вы... Когда меня пригласили возглавить это отделение, мне сказали, что здесь нормальные врачи, профессионалы, что здесь приятная атмосфера. Ну и где все это, а? Он бомж, он просто с ума сошел. Давайте я сейчас психиатрам позвоню, вызову их или полицию вызову. Вот это первая разумная мысль. Вызывайте. Мне нужно писать заявление. Ну что, пойдем, Женечка? Вы уже здесь? Вот видите, люди умеют работать, в отличие от вас. А что здесь у вас, простите, происходит? Степа, ты не мог бы выслушать нашего нового зав. Отделения? А то по дороге, видимо, с ним случился какой-то инцидент по твоей части. Еще как случился. Конечно. А что именно произошло? Меня сначала отравили, а потом ограбили. Очень хорошо. Сейчас мы с вами побеседуем. Сейчас, секунду, я повешу. Чего здесь хорошего?
Хорошего, конечно, мало. Пойдемте пообщаемся. Вот сюда будет удобно. Пойдемте. Осторожненько. Соколов, Илья, она... Это же... Ой, мамочки, это же наш новый глав. Ой, я надеюсь, хотя бы Степка с ним разберется. Ага, а потом этот Соколов со мной разберется. Я же с ним как с бомжом разговаривала, я же ему в вену не попала. Чего? Лучше бы вы ему руку отрезали. Да, тот-то вон хоть тихий лежит. Белочка. А в поезде ко мне подсел какой-то мужчина. Ну, попутчик и попутчик. Сидели, пили чай. Он предложил 50 грамм коньяка. Я отказался. Он начал уговаривать меня. Ну, ему надо успокоиться, нервничал. Думаю, ну ладно, что здесь такого. И все, я очнулся, я уже здесь, у вас в больнице. Что-нибудь ценное пропало? Да. Сумка пропала. С документами и деньгами. Ведь сам... 100 раз слышал про этих клофелинчиков и попался как полный идиот. И главное, парень такой нормальный. Узнал, что я врач, начал со мной советоваться. Говорит, у него жена больная. Лекарства нужны дорогие. Ну, будем искать. Да где вы теперь найдете? А если бы вы увидели этого вашего попутчика, вы бы его узнали? Ну, разумеется. Идемте со мной, я вам кое-кого покажу. Идемте. Жень, я ж в твою работу не лезу. Ну ты в мою не лезь. Стёп. Ну идемте, посмотрим. Вставайте. Это он. Лицо немного побито, но это точно он. Вот гада. Дальше это наша работа. Да, 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 просто идите в палату. Ну, правильно, идите отдохните. Ладно, хорошо, только вы это, не спугните его, ладно? Ну что, мы на чеку. Это я удачно заехал. Я думал, тебя в кафе дожидаться. Ты же телефон не берешь? Я? Подожди. Слушай, ну извини, ты видишь, как я замоталась? Ты видишь, что у меня? Да ладно тебе, за что извини. Мне как раз до премии квартальной не хватало одного раскрытого преступления. Так что спасибо тебе, мать. Жень, Изабелла сказала, что она искала. Нет тут этих снимков. Да вот же она, Тамара Латынина. Вот. Жень, прости, я правда завтра уберусь. Этот бардак надоел, ничего не найти. Спасибо, Галочка. Да. Как нет машинку? Вы что, издеваетесь, что ли? Мне что, предлагаете преступника на такси доставлять в участок? Да. Вы вообще там в своем уме-то? Ты что? Степа, ты как хочешь, я тебе своего пациента не отдам. Что значит не отдам, Жень? Он вор. Он пациент. Он только что перенес очень сложную операцию. Ему ампутировали руку. Куда ты его повезешь? Женя, по инструкции я здесь должен выставить пост охраны. У меня людей нет. Мне срочно надо смотаться в отделение. Ну, езжай давай в отделение. Он до утра никуда не денется. Он только что отошел от наркоза. А нянечку я попрошу, она посмотрит за ним. Ладно. Ладно, пока. Отличный праздничный ужин. Ну, Степ, ну не впервые. Ладно. Да. Я на улице жду. Вы заведующий? Ну да, я. А я здесь всю жизнь проработала. Столько всего навидалось. Знаете, Коленьку очень жалко. Кого жалко?
Ну вот мальчика, которому сегодня руку отрезали. Вы бы, Илья Анатольевич, забрали бы заявление, а? Мальчика? Да он здоровый мужик. На нем пахать и пахать, а он воровством промышляет. Да ничего он не промышляет. Оступился первый раз человек. Дружки подбили. Ой, что ж человек страдает, а? Страдает. Этот человек меня клофелином отравил. И сумку у меня украл. Ну, я же говорю вам, в первый раз. Жена у него очень болеет. Лекарства надо покупать. Может быть, один раз-то можно простить, а? Ваш подопечный вор и должен понести наказание. На Востоке для воров такое наказание есть. Руку рубить. Вот. Жизнь ты его и наказала. Ой, Господи. Нате. Спасибо. Алло, ты представляешь? У нас все решили, что наша королева новому заведующему руку отпилила. Уже пошел слух, что она это из ревности сделала. Ну, конечно. Ну, его в утиль, а ее новым заведующим отделение сделают. Ты представляешь? Да. Ой, сейчас, подожди. Пациент, введись, пожалуйста. Ой. Личные разговоры, пожалуйста, введите в свободное от работы время. Да, конечно, извините. Мужчина, мужчина, вы куда ломитесь? Туда пациентам нельзя. А я себя уже выписал. Так что я больше не пациент, а новый заведующий. Этим так называемым отделением. Я вас поздравляю. Чего? Вы своим диагнозом чуть было не угробили пациентку. Чего я не сделала? Ну, это же вы влепили женщине 40 лет диагноз быстро прогрессирующего постклинического остеопороза. А вам не кажется, что в ее возрасте для него как-то рановато? Да, я... Я подумала, а диагноз ставила не я это. Я решила просто в частном порядке ее проконсультировать. И вот мне показалось просто... Когда кажется, креститься надо. А вы врач. Вы с такими талантами метите на должность зав. Отделением?
У вас же черным по белому написано, что пациентка принимает большие дозы кортизола. А по медицинской карте можно проследить динамику ее веса. Вот здесь вот она резко похудела. Наверняка на жесткой диете. Угу. А здесь опять поправилась. И все это за очень короткий срок. Угу. Значит, катализатором ее болезни является не ранний климакс, а... гормональный сбой. Это кортикостероидный остеопороз. Гениально! Нужно снизить дозу гормонов, назначить высококальцевую диету, и мы тогда добьемся ремиссии, и Тамара будет ходить. А может быть, вы сами захотите сообщить пациентке ее диагноз? Ну уж нет. Я вам задачку решил, а за свои ошибки отдувайтесь сами. Это же ваша работа. Чего он там не решил? Бедолага. У меня сыночек был такой же, как ты. Непутевый. Дружки его, вот как тебя, подбили легкие деньги заработать. Цветные металлы сдавать. А он, дурак ты, и согласился. Говорил мне, мама, разбогатеем, путевку тебе куплю. Поедешь в санаторий, на море. Я говорю, не нужно мне никакого моря, мне и здесь хорошо. Он на электрический столб влез. А его током-то насмерть и убило. Слушай, Галь, ау? Нам в больницу пока вместе не надо заходить. Понятно, все ясно. Ну что понятно? Галь, ну Галь, ну, подожди ты, ну что ты обиделся? Ну, я скажу, правду скажу. Правду скажу сегодня. Вот полфелинчика допрошу и скажу. Ты же у меня умница. Умница. Пока. Давай, беги, я подойду сейчас. Вы меня звали? Что случилось? А где он? А ваш пациент устроил побег. И кажется мне, что без помощников тут не обошлось. Признавайтесь, Евгения Павловна, это вы все подстроили? Я? Да не она это. Ну так значит, вы, Марья Васильевна, это вы помогли преступнику избежать наказания? Я вам вчера говорила, что бедного мальчика и так жизнь наказала. Так, все понятно. Вы свободны. Совсем. Уволены. Что ж, уволена так уволена. Что ж теперь? Марья Васильевна, подождите, вас никто не уволит. Подождите. Вы здесь работаете только один день. Марья Васильевна, 40 лет без единого нарекания.
А помочь сбежать преступнику это не считается? Она нянечка. Младший медперсонал. Не пост охраны. Это не входит в ее обязанности. А вы вроде бы зав. Отделением, ничего не путаю. Не отдел кадров. Это тоже не входит в ваши обязанности увольнять. А вы вроде бы много на себя берете, Евгения Павловна. Бить будешь? Конечно, буду. Ну что, мать, плакала моя квартальная премия, да? Ведь одного раскрытого не хватает. Ну, он обязательно объявится в какой-нибудь больнице. Ему нужна медицинская помощь, ему нужна перевязка, там, опять же, швы снять, там, лекарства какие-нибудь, антибиотики. Ну, я, в общем-то, ориентировочку разошлю, конечно, по-моему, без толку. Нет, Женя, ты представляешь, сбежал. А был такой спокойный. Итак, вы снова совершили ошибку. Снова? И какой на сей раз? Поставили не на ту лошадь. Боюсь, это сильно усложнит наше сотрудничество. Илья Анатольевич, простите, можно вам дать один совет? Вы бы так сильно сотрудниками бы не разбрасывались. Это, может быть, у вас там в Москве очередь, а у нас, знаете, работы некому. Или вы сами с собой будете руководить? Увидимся на собрании. Ольга Михайловна. Жесть. Это что, нам под руководством этого коня теперь работать? Потому что вот вчера он мне нравился гораздо больше. Лежал такой тихий себе, спокойненький. Не то, что сегодня. Пошли. Здравствуйте. Я по поводу квартиры на Никитской. Она сдается? Нет, только этот район. Да не интересуют меня другие ваши предложения. Я знаю, что мне нужно. Хорошо, жду. Итак, теперь все в сборе. Разрешите представиться. Я новый заведующий приемным отделением. Соколов Илья Анатольевич. Я кандидат медицинских наук, хирург-травматолог. Скажу сразу, побывав в своем отделении в качестве пациента, я крайне недоволен организацией рабочего процесса. Я столкнулся с большим количеством нарушений и непрофессионализмом некоторых сотрудников. Поэтому с завтрашнего дня я начну наводить порядок. Тук, есть кто живой, нет? Я вообще-то пациента привез. Может, оформим уже? Извините, мне нужно идти. Конечно, хоть кто-то должен работать.